Итак, ребята, всем привет. Так, лучше, чтобы освещение было вот так вот, да. Сегодня 17 февраля. Сегодня я начну видеосюжет и рассказывать вам, какие лучше медные монеты чистить и чем. То есть, я в этом коротком видеосюжете начну процесс чистки медных монет и включусь через неделю. А сегодня я вам расскажу, какие стоит чистить монеты этим способом. И чтобы сохранить патину. Многие спрашивают, как патинировать. Ребят, можно не патинировать, а сохранить родную патину. И в этом видеосюжете я обо всем вам расскажу. Ну а сейчас я вам покажу те монеты, которые стоят особого внимания. И как их лучше чистить. Именно этим методом. Безопасным, долгим. Ну вы уже поняли. Как готовить, сейчас прикладываю. Это же, конечно же, приготовление мыла. Ребят, берем мыло и на терочке все это на крупный трем. Я уже как бы натер себе нужное количество. Просто берете через крупную терку, натираете пол куска мыла. Нашего мыла. Все это потом мы засыпаем в нашу баночку. Запах очень приятный, такой вкусный. Немного получилось, но этого достаточно будет. Заливаем все это горячей водой. Получилось, наверное, раствора с 2 пальца. Все это мы размешиваем до полного состояния. Получится у вас небольшая кашица в виде киселя, клея. Вот. И после того, как это все растворится, туда мы закидываем наши монетки. И сейчас я вам все это покажу. Мыло особое, именно основанное на глицерине. Что за мыло, вы, конечно, уже видите, знаете. Ну и погнали разбирать монеты медные. За окошком, ребята, погода шепчет. Тепло, даже жарко, но копать еще рановато. Приготовил, ребята, я вот в таких вот емкостях. Это новый состав. А это, ребята, старый, с прошлого раза, которому уже больше, наверное, 3 месяцев. Да, ребята, можно использовать старое мыло, если оно как бы не грязное. Монеты, ребята, вот я приготовил. Какие монеты подбирать будем? Это же, конечно, монеты желательно верховые, но вы знаете, я шурфовок, и монеты зачастую шурфов. Вот этот пятачок обязательно будет чиститься. Здесь на нем сильных окислов нету, то есть монеты отбираем без окислов, ребята. Монеты нужно без окислов. Если монета у вас попадается, сейчас что-нибудь найду подобное. Вот, смотрите, вот такие вот. Сразу можно убирать в сторону. Эти монеты нужно чистить другим способом. А вот такие, ребята. Вот такие вот. Мы с вами будем чистить монеты, на которых не сильные зеленочка. Вот такая вот, например, копеечка. Она тоже подойдет. Вот эти монеты мы будем чистить как старым составом мыла, так и новый. Вот, так что долго зацикливать ваше внимание не буду на переборе монет. Какие мы монетки будем чистить, какие не стоит, вы, наверное, уже все поняли. Вот такие монеты мы будем чистить. Монетки подобрал небольшое количество, их у меня много. Вот, так что монеты очень радуют, когда родная патина. Так что погнали, сейчас отберу немножко и будем забрасывать. Ну что, быстренько, ребята, на скорую руку я перебрал эти монеты. У нас более-менее нормально, они пойдут у нас в мыло. Вот такие вот монеты, ребята,
в мыло совсем не годятся. Сразу предупреждаю, если у вас имеются в наличии такие монеты, не мучайте ни себя, ни монеты. Они совсем не подходят. Вот такие вот окислы мыло, к сожалению, не берет. Отбраковал я также монеты, которые не стоит даже заморачиваться по чистке. Это либо затертые, замятые, гнутые, вот такое количество. И добротные, в принципе, неплохие вот эти монеты. Почему я использую, ребята, ведра? Потому что в такие ведра очень хорошо помещать монеты. Именно помещаем монеты, ребята, стоя. Вот, состав достаточно хороший, нормальный. Я использую баночки именно с крышками, которые закрываются плотно. И это для того, чтобы, ребята, в банке сохранялась влага. Потому что если влага будет открытая постоянно, оно зачерствеет и будет как обычный кусок мыла. То есть монеты вытаскивать оттуда будет очень сложно. Так что потихонечку, ребята, все монеты, которые я сейчас перебрал, стопочками, стоя, укладываю полностью вот таким вот образом. Чтобы монеты как бы минимум соприкасались небольшой прослойкой. Вот стоя устанавливаем. Постараюсь по максимуму засунуться и включу уже через неделю, ребята. Через неделю это видео продолжится. Если интересно, колокольчик прожимаете, не пропускайте мои очередные выпуски. Вот этот пятачок будет, наверное, вообще шикарный.